Всем вкусного дня! Меня зовут Перчинка, и я фуд-блогер. Сегодня я познакомлю вас с интересным рецептом. Смотрите! Хрустящие, аппетитные малосольные огурчики всего за несколько часов – это реально. Просто замаринуйте их горячим способом с листьями смородины, вишни и хрена, с укропом и чесноком, и на утро у вас будет готова отличная закуска. Подготовьте все ингредиенты, огурцы выбирайте небольшие и примерно одинакового размера, тогда они все просолятся одинаково. Листья смородины, вишни, хрена и зонтики укропа тщательно помойте под проточной водой. Вскипятите 1,2 литра воды и растворите в ней 1 ст. Ложку соли с горкой. Выключите огонь под кастрюлей. С огурцов срежьте края, так они быстрее засолятся. Зубчики чеснока очистите и крупно нарежьте. В стеклянную или эмалированную посуду, кастрюлю, на дно выложите половину листьев хрена. Сверху на листья выложите подготовленные огурцы, нарезанный чеснок и острый перец. Сверху разложите оставшиеся листья хрена, укропа и смородины, а также зонтики укропа. Залейте огурцы соленым кипятком так, чтобы рассол полностью покрыл их. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на столе до полного остывания рассола, на 4-5 часов. На ночь кастрюлю с огурцами можно поставить в холодильник, и на утро у вас будут готовы малосольные огурчики собственного приготовления. Спустя 12 часов огурчики полностью просолились, но остались хрустящими и приобрели просто сумасшедший аромат чеснока и специй. Быстрые малосольные огурцы готовы, можно подавать к столу. Очень вкусно с молодой картошкой, обязательно попробуйте! Подписывайся на наш канал «Еда с перчинкой». Всем вкусненьких блюд!